компании Triumph есть такой вот мотоцикл. Цена его 17 950. Неплохой круизер с мощными двумя горшками, двухцилиндровые, инжекторные, АБСные, из спецованных колесах, 1,7 объем и хорошая ветровая защита, кофры, спинка, сиденье очень удачное, удобное. Приборка, кстати, очень похожа на Rocky, так сказать. И привод на заднее колесо. У нас с правой стороны